Фестиваль «Конкурс Серебряный олень». Открытый фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Серебряный олень» вновь собрал друзей. На этот раз на сцене культурно-досугового центра «Назаревский» за звание лучших боролись вокалисты из Одинцовского округа, Москвы и Подмосковья. Более чем из 300 заявок сегодня на конкурсном отсмотре. У нас около 200 участников. Целью проведения фестиваля является приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и зарубежной художественной литературы, привлечение внимания к классическому и современному искусству, народному творчеству. Традиционно учредителем является окружной комитет по культуре, а участников оценивает компетентное жюри. Член нашего жюри – это наша сила. Ну, у них много-много различных регалий, но все они профессиональные, поэтому помимо оценок для наших участников, всех руководителей ждет еще и круглый стол, где они могут узнать все тонкости выступлений своих участников. Несмотря на то, что выступления участников проходили в формате конкурса, в культурно-досуговом центре царила дружеская атмосфера. Юные вокалисты подбадривали друг друга. Мы хотели бы пожелать всем меньше волнения, хорошо выступить. Удачи! Лучшие вокалисты примут участие в заключительном гала-концерте фестиваля. Церемония награждения состоится 1 апреля на сцене культурно-досугового центра «Заречье». Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».